Здравствуйте! Итак, в 1994 году событие, о котором так долго твердили жители одного из поселков пригорода Мелитополя, все-таки свершилось. Мелитопольского района пришел природный газ. Сегодня мы встретились с теми людьми, от которых непосредственно зависело выполнение этих больших и сложных работ. Наш собеседник – директор предприятия «Агростройгаз» Игорь Полбат. Игорь Павлович, предприятие «Агростройгаз», когда оно было создано? Для чего оно было создано и кем? Предприятие, которое вы возглавляете в настоящее время. Предприятие «Агростройгаз» было создано в 1988 году на совете РАПО с семью колхозами. Создано было для того, чтобы можно было вести строительство газовых сетей в районе. Ввиду того, что планами того времени предусматривалось строительство газовых сетей в пятилетнем плане 5 километров, принято было решение о создании этой организации. На создание было отпущено 400 тысяч рублей, и сразу коллектив был очень небольшой, в количестве 12 человек, и приступили к работе. В настоящее время предприятием построено до 100 километров подводящих сетей и 40 километров разводящих сетей в колхозах района. В частности, колхоз Кирова, это было одно из первых хозяйств, в котором приступило предприятие работать. Времена были сложные. Большую помощь хозяйству оказывала, в частности, заместитель председателя колхоза Зубенко, несмотря на свой преклонный возраст, ездил в Татарию, в Альметьевск, добывал трубу. Большую помощь оказывал председатель колхоза в вопросах строительства, в вопросах обеспечения материалов. Сегодня практически мы можем констатировать тот факт, что восточная часть Мелитопольского района, подводящие газопроводы выполнены на 90%. Но ввиду того, что государственные предприятия, такие как Киевгазстрой, не могут подать газ высокого давления на наше ГРП село Новониколаевка, у нас получается 5 хозяйств, которые практически закончены все работы по строительству газопровода, остаются без газа уже на протяжении 2 лет, хотя работа, еще раз подчеркиваю, закончена. Всего ничего осталось. Осталось сделать подводящего газопровода высокого давления 5 километров. Но ввиду того отсутствия финансирования, Киевгазстрой сегодня там не работает. Что касается северной части района, то мы уже практически, трубопровод дошел до села Новобогдановка. Но опять-таки остановились из-за отсутствия финансирования. Все упирается сегодня в вопросы финансирования объекта. О том, что необходимо было сделать руководству колхоза имени Кирова, рассказал председатель колхоза Александр Угненко. Александр Степанович, в Вознесенку пришел природный газ. Что для жителей Вознесенки вот этот вот природный газ облегчает жизнь? Ну, природный газ, это как и для всех, и городских, городян, и сельских особенно. Это наша дальнейшая мечта, это наша жизнь. Это наша жизнь. Ведь по сравнению с горожанами в частном секторе газ природный, это гораздо важнее, наверное. Все-таки избавляется от необходимости заготавливать и уголь, и дрова, и можно перевести, конечно, на газовое отопление. Конечно.
Для крестьянина это особенно, потому что ему надо заготовить все, все топливо, и дрова, и уголь, и время для этого надо. А так пришел газ, а там сейчас у нас квартира отапливается, все, несколько квартир. Отлично получается, все хорошо. Конечно, наша мечта. Давно вы шли, долго вернее, вы шли к этой мечте, к осуществлению этой мечты? К осуществлению этой мечты мы идем, можно сказать, с 87-го года, когда было уже решение облсполкома и решение района совета о газификации района. Газ должен был пойти с села Семеновки и на те колхозы, где орошение. Я имею в виду Таврия колхоз, там Украина, Чосминс и так дальше. К нам должен прийти газ, был уже после уже газификации Константиновки, а потом уже должны подключиться к ним. Ну, если газопровод проходит рядышком, ну как же, хочется все-таки, чтобы быстрее ускорить. И все, это мы, так сказать, начали заниматься этим вопросом. Проявили хозяйскую хватку, сметку? Ну, можно сказать, даже и так, еще и благодаря, конечно, то, что поддержали нас, товарищи, значит, из района, райгоростройгаза и лично товарищ Болбат. Александр Степанович, сколько домов уже в Воснесеновке газифицировано? Газифицировано 36 домов, а подан газ в 6 домах. А лично к вам, в ваш дом, газ уже подан? Я доволен то, что проходит газ мимо моего двора, пока меня нет. Пожалуй, правильно поступает Александр Степанович, стараясь в первую очередь обеспечить газом своих односельчан. А как вознесеновцы относились к газу в самом начале строительства? Лучше других это знает председатель сельского совета Николай Каратун. Сложности, конечно, были. В первую очередь в том, при подготовке проектной документации. Дело в том, что проектную документацию готовил нам институт Николаевский. Вот, по согласованию и с Болботом Иром Петровичем. Но какие были сложности? Люди не верили в действительно, что это будет воплотиться в жизнь. Некоторые даже не пускали во двор. Значит, отпускали даже собак. Как и такое, ни странно. И такое, да, было. Как ни странно. А потом, когда прошло это все, поняли, что действительно дело идет. В первую очередь, вот где мы стоим на этом месте, первые километры, метры начали прокладывать здесь. Это магистраль, разводящую. Идут сельский совет, идут правление колхоза. Вот, пришлите нам проектантов, пришлите нам проектантам. Были трудности, конечно. Мы группировали людей, собирали группы, потом приглашали. Вот, ну, продолжалась эта работа. Были сложности еще в снабжении красного кирпича. Знаете, что точно вытяжная система, значит, должна быть только жжена красного кирпича. Поэтому я лично, как председатель, занимался этим делом. Выделялся кирпич райисполкомом. Значит, ездил так МАК, собирал деньги, согласовывал график завоза. Колхоз выделял транспорт. Ну, а мы уже тут регулируем. Только за 1991 год мы получили 500 тысяч этого кирпича. Это примерно на 25 дворов. И как сейчас жители относятся к этой газификации? Ну, жители сейчас относятся с большим настроением и с большой благодарностью. Особенно правление колхоза Кирова, который начал, через него шли материалы, потому что деньги были в колхозе, и он закупал. То, что газ в доме, особенно в сельской местности, это удобно, не нужно никому доказывать. Но мы не случайно так подробно рассказали о том, как это делалось. Во-первых, несмотря на трудности, все же есть люди, которые делают дело. И во-вторых, хотелось на примере одного хозяйства показать всю сложность проблемы. Существует такая народная пословица: «Дурной пример заразителен». И, как говорил Остап Сулейман Берта-Мария Бендер-Бей, то бишь Остап Бендер, есть 101 способ, как честным путем отобрать у населения деньги. В наших выпусках мы уже рассказывали о том, как администрация пединститута собирала деньги со студентов, как администрация автошколы собирала деньги с курсантов, и, к сожалению, этот список пополнился. К примеру, пединститута и автошколы последовала администрация автовокзала. Репортаж Светланы Кашубы и Сергея Довжика. Наступила весна,
И все чаще у ворот горвоенкомата мы видим жителей нашего города и их озабоченные лица. Продолжается призыв вооруженные силы Украины. Как проходит призыв, рассказывает начальник 4-го отделения горвоенкомата майор Куделя. Весенний призыв 94-го года идет в полном разгаре. Мы занимаемся на данный момент медицинским обследованием призывников, определяем степень годности для прохождения службы и отправляем вооруженные силы. На данный момент 20% призывников уже убыло для прохождения службы вооруженные силы. Остальные готовы уже, определяем им даты отправки, сроки убытия вооруженной силы. И в июне и в мае месяце они убудут вооруженные силы. Вот, в принципе, такой задачей мы сейчас заняты в данный момент. А с какими трудностями вы сталкиваетесь во время призыва? У нас сейчас волнуют три основные проблемы. При нашей работе мы сейчас уделяем самое большое внимание на эти вопросы. Первое – это розыск и доставка призывников, которые уклоняются от явки в военкомат для прохождения медицинской и призывной комиссии, выявление степени годности их для прохождения службы. В этом вопросе в этом году нам очень существенную помощь оказывает городдел милиции, райотдел милиции, и думаю, что с помощью мы этот вопрос сдвинем с мертвой точки. Вторая проблема – это медобследование. Понимаете, мы не можем, допустим, призывника, даже явно уклоняющийся от службы, не направить в больницу, если он на этом настаивает. Мы их направляем всех в обследование, забиваем сейчас город и район полностью забиты этими нашими направлениями, но ребята или не ложатся туда, или уклоняется от явки после лечения, когда получает акт о том, что он здоров, он обследовался, и потом уже он считает, что ему можно не идти в военкомат, так как он уже там был и получил направление на обследование. Мы здесь, и я уже повторяюсь, я уже хочу еще сказать, что мы лишаем места больных, которые в самом деле нуждаются из-за этих призывников. А во-вторых, хочу обратиться к родителям, родственникам, чтобы они оказали нам помощь в скорейшем обследовании этих ребят и явке их в военкомат. И третья проблема уже сталкивается у нас, с которой мы столкнулись, она, в принципе, будем говорить, давно уже решается, но никак с мертвой точки не сдвинем ее в том вопросе, что при отправке призывников вооруженные силы Министерство обороны оплачивает проезд этих призывников в город Запорожье на автобусах, которые выделяет АТП. У нас есть воинские требования, по которым мы на автостанции покупаем им билеты, и ребята бесплатно уезжают в Запорожье на областной сборный пункт. Но при покупке этих билетов по воинскому требованию автостанция взимает с них 10% стоимости этих билетов, кассовый сбор. Это, будем говорить, такая незначительная сумма в размере 3000 карбованцев, которая вызывает негодование, законное негодование у родителей, у родственников, у провожающих, у самих ребят. Зачастую мы сталкиваемся с таким мнением, что как ребенок идет служить в армию, вы еще деньги с него берете. Этот вопрос решался неоднократно у нас в городе. При подготовке к проведению призыва было принято решение о проведении призыва номер 59, решение Мелитопольского городского совета народных депутатов, где в пункте, в одном из пунктов, в 17 пункте сказано, что начальнику междугородней станции решить вопрос об отмене кассового сбора с призывников при отправке их вооруженные силы. За разъяснениями о 10% надбавке мы обратились к начальнику автостанции Леониду Ивановичу Ганюкову. Леонид Иванович, автостанция берет 10% от стоимости билета. Куда идут эти деньги? Это так называемый станционный сбор. Идет в прибыль автостанции, а тратятся эти деньги на содержание самого здания автостанции. А что касается призывников, которые уходят? Это распространяется на всех буквально, в том числе и на призывников. То есть родители должны доплачивать не военкомат, а родители? Нет, я не знаю, это кто уж платит там, или военкомат, или родители. Но, скорее всего, по-моему, должен военкомат даже платить. То есть с призывников тоже эти 10% взимаются? Все, буквально со всех категорий пассажиров взимаются 10%.
Как вы могли убедиться, уважаемые телезрители, администрация автовокзала не собирается отменять 10% надбавку для призывников, так что наши сыновья для того, чтобы добраться до места службы, должны доплатить свои деньги. Обычно в новостях предпоследняя информация была о культуре. 22 апреля в помещении училища культуры прошел областной семинар-практикум методистов районных организационно-методических центров и руководителей фольклорных коллективов по вопросам возрождения семейных обрядов нашего края. В работе семинара приняли участие представители из Акимовского района, Каменка-Днепровского, Веселовского, Приазовского, Приморского, Бердянского, Токмакского и других районов. А организован семинар был областным центром народного творчества. Результатом года работы студентов на отделении «Обслуживающий труд» в Мелитопольском пединституте явилась выставка студенческих работ декоративно-прикладного искусства. На выставке представлено более 300 работ разных направлений: вязание на спицах, крючком, вышивка гладью, крестом, макраме, изделия из солонки, аппликация по ткани, изделия из тесьмы и разнообразное декоративное панно из природного материала, изделия коврового типа. Организаторы выставки: Бутенко Ирина Алексеевна, Иванова Виолетта Евгеньевна, Александрова Галина Ивановна. Галина Ивановна, уже несколько лет ваш институт организует подобные выставки. Планируете ли вы продажу этих изделий? Когда встал вопрос относительно продажи, то студенты отказались продавать. Видимо, свой труд оценили куда дороже, чем можно сегодня продать в нашей официальной продаже. В студенческом клубе Агротехнической академии 26 и 27 апреля проходил традиционный фестиваль самодеятельного творчества «Студенческая весна», организованный городским комитетом по делам молодежи. В фестивале принимали участие самодеятельные коллективы Агротехнической академии, пединститута, училища культуры, техникума гидромелиорации, автомоторного техникума и медучилища. В первый день, 26 апреля, показывали свои программы два вуза и училище культуры. И надо сказать, что программы были очень интересные. Жюри отметило выступление народного хора украинской песни Агротехнической академии, руководитель Павел Костец, народный ансамбль «Юность», руководитель Ольга Бервецкая, клоун-мим-группу «Шампунь», автора и исполнителя, студента пятого курса Александра Тагала. В программе пединститута были отмечены заслуженный коллектив Украины «Оркестр народных инструментов», руководитель Виктор Овод, народный коллектив «Хоровая капелла», руководитель Анатолий Мартынюк. Также был отмечен фольклорно-хореографический ансамбль «Запорожские обереги», училище культуры, художественный руководитель и балетмейстер Виктор Чмиль, хормейстер Лео Крузман. 27 апреля свои программы показывали средние учебные заведения. Лучшей признана программа «Медучилище». В общем, праздник удался, но смущает одно обстоятельство. Вероятно, по недосмотру организаторов Комитета по делам молодежи, начало праздника совпало с днем Чернобыльской трагедии, национальной трагедии Украины. Хотелось бы, чтобы к таким датам относились повнимательнее. Третьего апреля во Дворце культуры имени Шевченко народный коллектив бандуристов «Джерела» отметил свой 20-летний юбилей, а руководитель коллектива Зинаида Ивановна Кривошей – свое 50-летие. Коллектив и руководителя пришли поздравить представители горисполкома, городской отдел культуры, творческая интеллигенция, коллеги и друзья. Юбилейный концерт мы представим вам в одной из наших передач «Штрихи и фрагменты». Следите за рекламой. Заканчивался выпуск новостей информацией о спорте. Но не торопитесь выключать свои телевизоры, потому что за этим сюжетом последует еще один очень интересный сюжет. Завершилось первенство области по шахматам среди юношей и девушек 1975-79 года рождения, которое проводилось в Мелитополе в помещении шахматной школы. В первенстве принимали участие 32 сильнейших шахматиста области, которые представляли города Запорожье, Бердянск,
Орехов, Токмак, Пологий, Энергодар и Мелитополь. Первое место среди юношей занял кандидат в мастера спорта Сергей Клочко, город Мелитополь. Среди девушек лучше стала ученица Мелитопольской средней школы номер 15 Галина Тимофеева. Заметен очевидный прогресс мелитопольских шахматистов. 26 апреля проводилось первенство города по легкой атлетике среди средних учебных заведений в рамках городской спартакиады, которую ежегодно проводит городской комитет по физкультуре и спорту. В первенстве принимали участие 10 команд. Юноши выступали на дистанции 1000 метров, девушки на дистанции 500 метров. В командном зачете первое место заняли спортсмены техникума гидромелиорации. На втором месте команда СПТУ номер 56 и на третьем команда автомоторного техникума. А сейчас я предлагаю вам посмотреть киноархив 1938 года. Дальше Одесской железной дороги продолжат рассказывать сотрудники Мелитопольского краеведческого музея. Мы продолжаем нашу рубрику «История Мелитополя». Сегодня речь пойдет о Одесской железной дороге, которая когда-то существовала в городе. Рассказывает заведующая отделом краеведческого музея Ирина Храбко. Одним из любимых мест отдыха мелитопольцев был и остается парк имени Горького, заложенный в 1927 году по проекту Ивана Александровича Алексеева. Здесь размещались летний кинотеатр, эстрадная площадка, библиотека с читальным залом, различные павильоны, стадион на 10 тысяч зрителей, детская железная дорога. Детскую железную дорогу начали строить в 1935 году, а 6 сентября 1937 года состоялось ее торжественное открытие, на которое приехали гости от двух детских железных дорог – городов Тбилиси и Днепропетровска. Малая Кагановичская, как она была названа в честь Народного комиссара путей и сообщения, протяженностью 3,5 километра проходила по периметру парка. По обеим сторонам железнодорожного полотна росли большие деревья, образовавшие красивый зеленый тоннель. Железная дорога имела паровозное депо, паровоз, работавший на угле с 6 вагончиками, две станции – Пионерская имени Павлика Морозова. На каждой станции было расписание движения. Рейс длился 15-20 минут, между рейсами небольшой промежуток. В рабочие дни работали с 5 до 8 вечера, в выходные дни с 9-10 утра до 8 вечера с пересменкой. Детская железная дорога работала круглый год. При станции имени Павлика Морозова было депо и при нем фруктовый сад. На станции Пионерская находилось управление дороги. В настоящее время на месте станции Пионерская размещается школа-лицей номер 10. Лучшие ученики школ города Мелитополя зачислялись юные железнодорожники Малой Кагановической железной дороги. Им выдавалась специальная железнодорожная форма, приобретенная за деньги родителей, как летняя, так и зимняя, из полотна темно-синего и белого цвета, парадная. Руководил детской железной дорогой совет во главе с председателем, который решал вопросы кадров, порядка, поддерживал связи с другими железными дорогами. Были такие службы – движение, вагонное, паровозное, связи, дистанции пути и так далее. Каждая служба имела своего начальника. Все службы дороги были оснащены техническим оборудованием. Все юные железнодорожники проходили практику на большой дороге, в частности на Сталинской железной дороге, ныне Приднепровской. На кителях имелись петлицы со знаками различия служб дороги. Например, служба движения имела на петлицах чайки, вагонные птички и так далее. В 1939 году на Мелитопольской железной дороге было уже 350 человек юных железнодорожников. Проезд на Малой Кагановической железной дороге был платным. Билеты продавались на станции Пионерская.
Билеты были как настоящие, с компостером. В каждом вагоне находился кондуктор. На станциях были установлены колокола, жезловые аппараты. Дежурный давал 3 удара, приготовиться, потом 2. Паровоз отпустил тормоза, потом 1, вручение жезла и отходы. 2 детские железные дороги, Малая Кагановичская, города Мелитополя, и Малая Сталинская, город Днепропетровска, имели свой печатный орган – газету «Питомцы Кагановича». Редакция этой газеты находилась в городе Днепропетровске. Многие юные железнодорожники-мелитопольцы были активными корреспондентами этой газеты. Газета «Питомцы Кагановича» была хорошим воспитательным органом. На своих страницах газета освещала положительные и отрицательные стороны жизни юных железнодорожников 2 детских железных дорог. На Мелитопольской железной дороге действовали различные кружки оборонного значения, радиокружок. Особенно отличался кружок юнатов, все члены которого были в 1939 году участниками Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. Большой популярностью пользовались выступления ансамбля «Песни и пляски» из числа юных железнодорожников, которым руководили композиторы «Братья Покрас». Устраивались вечера самодеятельности, проводились интересные беседы, встречи с известными людьми, например, с артистом Крючковым, композитором Бакаловым. Открытая в 1937 году детская железная дорога профункционировала до 1941 года. Она была одной из немногих, существовавших в то время в СССР, причем одной из самых длинных и благоустроенных. Разрушенная во время войны, так, к сожалению, и не была впоследствии восстановлена. На сегодня очередной выпуск подошел к концу. Всего вам доброго. До свидания.